Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Час, день, момент и великая арена, которая принимает столетие московского Торпедо, наверное, самого самобытного столичного футбольного клуба. Сегодня здесь, на главной арене страны, на большой спортивной арене Лужников. В матче шестого тура Мелбет первой лиги юбиляры, москвичи, торпедовцы сыграют против нижнекамского нефтехимика. С вами Сергей Курманов и Шамиль Гаджиев. Шамиль, приветствую тебя. Привет, Сереж. Здравствуйте, уважаемые зрители. Большой день здесь, в Лужниках. 100 лет московскому торпедо. Давненько здесь автозаводцы не играли, плюс еще много новых людей. И дальше нарушение правил в центре поля. Очень неплохо попробовал просочиться мимо двух соперников Чурич. Хотя у Олега Соколова они в кармашке не задерживаются. Корян, подача, есть скидка, борьба, попытка удара через себя. Но скорее погладил мяч, нежели чем пробил по нему Александр Чупаев. Ну а пока потеря в центре поля от автозаводцев. Сольный проход и ловит соперника на плечо и получает желтую карточку, кажется, Александр Иваньков. Итак, штрафной удар. Петров. Это удар по воротам! 1-0! Вот вам Максим Петров. А знаешь, что символично? Так. Что Торпедо в день его столетнего юбилея забивает футболист, который очень большой период карьеры провел где? Собственно, в московском «Локомотиве». Ты к этому, полагаю, ведешь? Я к этому веду. Но при этом есть люди, которые имеют отношение к железнодорожникам и в составе Торпедо, но не будем пока об этом. В это время, пока мы смотрим за повтором штрафного, атака Торпедо, подача, скидка, удар, и это гол! 1-1! Аршак Корян. Очень красивый гол, очень красивые кульбиты от Коряна, который, в общем-то, сегодня дебютирует в стартовом составе и забивает важнейший гол для своей команды. Быстренько торпедовцы ответили. Очень красивый гол. Это раз, скидка, удар в касание, в падении. Но сейчас Корян здорово подхватывает мяч и побежала вперед атака Торпедо. И открывается справа Шевченко, получает он мяч. Внимание, сильный простой, попытка удара пяткой, добивание и гол. Через дальнюю бровку промчался автор еще одной передачи на гол, а именно Глеб Шевченко. Мне кажется, что Шевченко, уж кто-кто, а он, конечно, максимально стабилен и понесся. Как раз-таки Глеб Шевченко подачу в центр делает, удар головой. Здесь Янович справляется. Будет ли второй темп этой атаки? И снова опасная атака через правое крыло. Да, и снова мы отмечаем Глеба Шевченко. Снова он. Подача хорошая, опасный момент, удар не получился, не попал по мячу. И кто это? Ираклий Манелов, который в таких ситуациях решает эпизоды. Как здорово он слева промчался внутрь штрафной, какая классная была передача с правого края. Думается мне, что 3-1 было бы, конечно, в этой ситуации уже приговором таким определенным. Петров, хорошая атака у Торпедо, момент, Галкин, пауза, долго, Галкин мяч под ногами отыскивает, в итоге бьет Янович, оставляет команду в игре, еще удар, но это уже наотмашь, мол, получай. Ключевое трибуна. Слово для этой атаки – долго. Долго. Но подбирал ногу, искал возможность для удара, пытался найти идеальный тайминг, но лучший враг хорошего. Однако хорошая атака была, и отметим мы, что выдавили мяч у Петрова автозавод. Но мне кажется, что там гораздо раньше Галкин мог бить. Не доводить до момента, когда ему нужно было подбирать ногу и так далее. Игорь Горбунов появится на поле у Торпедо. Снова окапываются здесь автозаводцы. Хороший пас в глубину. Чурич, Чурич, Чурич! Ух, просвистело, да? Да. Вдохновенно играет Торпедо. Они, как кажется, с каждой новой атакой, пускай не забивая, но обретают все больше уверенности. Пока об этом позже. Длинная передача, опасная ситуация. Алиев, удар! Ой-ой-ой-ой-ой! Облизнул мяч в сетку, натянутую через перекладину, и не попал в створ ворот Саид Алиев. Лучше момента во втором тайме не было у нефтехимика, да и, по-моему, лучшего момента с игры за прошедшие минуты не было у нефтехимика. Не все было
красочно и ярко в течение 90 плюс минут. Но это волевая победа. Волевая победа в день столетия московского «Торпедо». В день, когда свой матч под номером 250 провел Игорь Лебеденко. И особенно во втором тайме, за исключением парочки эпизодов, я бы сказал, что «Торпедо» смотрелась уверенно и контролировала эту игру.